Праздник Матери Пресвятой. Первая встреча в новом году. Очень рад, что многие из вас дошли до очередной ручки, смогли дойти. Осталось открыть дверь и пройти дальше. Где вдали очередная ручка? Как вы к ней дойдете? Надеюсь, так же успешно. Буду много уделять времени проговариванию разных слов умных. Что-то уже начинает надоедать это. Все умное, да умное. Хочется, чтобы вы просто смеялись, шутили больше. Радовались жизни. Пусть и не такой простой, но такая, какая есть, какую пока умеете делать, но даже из нее надо уметь извлечь радость. Оно ведь не случайно, это трудность. Разная задача, не случайно. И на многие эти трудности надо суметь посмотреть с юмором, улыбнуться, хотя это выглядит порой очень серьезно и сложно, но это не причина хмуриться. Не упускайте возможности улыбаться. Духовное развитие предполагает увеличение радости, благодарности, а не увеличение хмурых лиц. Хмурости достаточно, ее с излишком вокруг. С праздником, дорогие друзья! Желаю вам успехов в победе на непростом пути, очень непростом. Однажды все уже поймут, что это за путь, на который вы одни из первых встали. Пусть пока еще вокруг надеются на разные идеи, которые у них зажигаются, в их по-своему искреннем сердце, где пока еще верят в разные идеи, которые как будто бы могут что-то изменить в лучшую сторону. Это все отгорит. И в ритме событий очень быстро изживет себя. И вот тогда начнется более серьезный анализ поиска выхода из того, что происходит неумолимо и неизбежно. Ну, а вы здесь. Тут как тут. Вы уже строите это новое. Со многими сложностями. Но строите. Шаг за шагом. А дело делается. И достигаете уже того, о чем даже трудно помыслить вокруг. Этого уже нет.
Хоть вы испытываете очень сильное тяготение повторять ошибки окружающих, окружающего мира, но это неизбежно. Ведь вы как в плотном киселе находитесь все. И огромная масса людей задает не тот цвет, не тот вкус, запах этого средства, в котором вы плаваете. Но оно передается на всех вас, сказывается на всех вас. Вы это чувствуете. Неважно, осознаете или не осознаете, вы ощущаете этот задаваемый кем-то тон, который мешает жить, и с которым вы боретесь. Вы не просто пытаетесь исполнить слово истины. Вы пытаетесь преодолеть еще и попутно то, что мешает это сделать. И сила, которая вам мешает, она очень велика. Поэтому вы легко можете спотыкаться, легко можете тормозить, впадать в совершенно неуместное состояние агрессии, обиды, зависти, какой-то озлобленности. Ну ничего, это тоже своя неизбежность. И вам надо это хорошенечко осознать как неизбежность, как данность, которую вам надо учиться преодолевать. Это ваша школа. Именно в этих условиях сейчас у вас есть уникальная возможность понять ценности истины и интересно ее исполнить. Главное, не теряйтесь. Претерпевший до конца спасется. Веру не теряйте. Соблазн велик остановиться, тормознуться, наговорить гадостей. Остановите себя вовремя. Удержитесь, улыбнитесь. Поюморите над таким соблазном. И с легким каким-то напевом интересной мелодии, псалмов ли, еще чего-либо, устремитесь вперед. Можно, наверное, ответственно сказать, что вы сейчас входите в пиковое состояние напряжения и сложностей, как и все общество. Вы достигаете пика. И вот теперь очень много будет зависеть, что же вы поняли до этого времени. За что вы успели зацепиться? Действительно ли это надежная основа в ваших руках? Или какая-то ложная иллюзия, додуманная вами, которую вы успели придумать и боитесь отказаться от которой? Держитесь того, что уже сердце ваше определило как истину. Держитесь крепче. Вы победите. Может быть, будете сильно потрепаны, но победите. Ничего. Велика цена этого труда. Хватит уже тысячелетия толдычить о вере, о чем-то возвышенном, и никак не сдвигаясь в нужном направлении, выбирая только удобные формы исполнения того, что говорится о вере. Надо по-настоящему научиться верить. Надо по-настоящему, значит, научиться жить. По-настоящему. Ведь все духовное развитие – это ваше отношение друг к другу.
ну и к окружающему миру, но главное – к друг другу. И вот от того, как вы близко друг к другу становитесь, и можно говорить, а верующие ли вы, или просто говорящие о вере. Порой, может быть, красиво говорящие, но к вере на самом деле не имеющие никакого отношения. Надо быть честными в этом смысле, в отношении себя, оценок своих действий. Когда взглянув на себя и вокруг, вы можете посмотреть и достаточно легко увидеть, много ли у вас друзей, много ли близких вам людей, много ли тех, кому вы близки, много ли тех, кто может сказать, как приятно с вами общаться, встречаться, быть просто рядом в тишине. Вот это и есть духовное развитие, а не все остальные упражнения, которые придумывают, только лишь бы отвлечь от главного и самого сложного – довериться друг другу, научиться быть правдивыми друг перед другом, не бояться обидеть, и не бояться, что кто-то вас стремится обидеть, как будто бы. Доверять ближним. Сделали больно не потому, что хотели этого, а очень хотят сделать все правильно, но пока не получается. И это же нормально. Вы все не умеете. И все невольно делаете друг другу больно. Но это не та боль, которая заслуживает внимания. Не обращайте на нее внимания вообще. Бывает неудобно, бывает больно. Ничего страшного. А как вы относитесь к этим людям? Не осуждаете ли? Как вы торопитесь быть полезными для них? Ну, это вы уже хорошо знаете. Из многих-многих встреч, которые были. Наверное, еще что-то повторить мне придется. Наверное. Но сейчас очень много зависит от того, как же вы все-таки будете действовать согласно тому, что у вас уже в достатке есть. Вы имеете все необходимое. Теперь от вас уже много зависит. Вот. Хотел не говорить, но да. Стоит только открыть уста. Ну, ладно. Приложу силу воли. Наверное, еще что-то осталось. С праздником еще раз. Желаю вам счастья. Крепче стойте на ногах, ревностнее держитесь за веру свою. Вы удивительны. Как бы друг другу, может быть, порой не казались, но вы удивительны, вы уникальны. Вы здесь собрались, миллиарды вокруг, где-то там ищут счастье, какую-то свободу, толерантность. Придумывают разные термины и очень ими дорожат. Но вы здесь, вот вы рядом. И вы первые, кто начали делать то, от чего жизнь зависит у тех миллиардов. Но это они придут после. Не теряйтесь. Стойте крепче, увереннее, пробуйте идти. Все идет нормально. И все эти сложности были неизбежны. Они были заранее видны. Мы не должны были их знать, чтобы заранее не испугаться. Поэтому помните, все это было неизбежно. И на вас надежда. Так что счастья вам и успехов на этом
удивительном, но чрезвычайно трудном пути. Радости и счастья, любви вам. До встречи, дорогие.